Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, примкнувшие сердцами в этот памятный день. День Белого Лотоса под знаменем мира. В честь великой русской женщины, воительницы Бодхисаттвы Елены Петровны Блavatsky. Сказано владыкой Н. Замкну щитом, трудитесь. Только имея достойное почитание и преданность к той, что вынесла в мир учение Махатмы, той небольшой части знаний из книги Дзян в тайной доктрине, давшей нам ключи от врат ведущих к истокам истины, вечная память и благодарность. Давайте же не на словах, а на деле утверждать имя Елены Петровны Блavatsky, тем, чтобы исполнять указы учителя точно и качественно, прежде всего прилагая их в работе над собой. Только такое почитание ведет нас в цепь служения на общее благо под руководством иерархии света. Пусть имя Елены Петровны Блavatsky горит в наших сердцах неугасимым пламенем, утверждающим делами нашими свет и любовь. Мы приветствуем всех, кто присоединился к проекту «Час вместе», кто принял необходимость движения света и тепла, объединяющего все сердца, стремящиеся к единой истине. Этот великий день памяти Елены Петровны Блavatsky, символ которого белый лотос, 16 лепестков которого держит в руках белая тара, символ кристальной чистоты, родившегося из слезы Авалокитешвары. Лотос – это цветок, который каждый вечер закрывает лепестки и скрывается в болотной грязной воде, чтобы вернуться ранним утром, как только появится солнце в небе. Он символизирует возрождение и духовную чистоту. Тайное значение символа белого лотоса означает три этапа духовного развития человека – невежество, преодоление невежества, обретенное понимание и просветление. Елена Петровна Блavatsky ушла с земного плана, оклеветанной и непринятой современниками. Она стала жертвой предательства, лжи и клеветы. Невежество людей, которые, против которых боролась Елена Петровна Блavatsky, окружали ее земной путь. Давая высшее знание, Елена Петровна преодолевала невежество людей, неся истину и следуя правде всю свою жизнь. Это Елена Петровна обрела просветление и стала сфинксом XIX века. Россия, где родилась Елена Петровна Блavatsky, стала гонителем ее и всех тех, кто последовал ее великим знаниям. Но Россия – великая страна, и Елена Петровна верила, что придет время, когда знания будут подняты и поняты, и войдут в мир именно через Россию. Сегодня мы встречаемся все с вами в преддверии еще одного великого праздника – 9 мая. Это День Победы в Великой России во всем мире над невежеством фашистской Германии. Точно так же Россия победит под невежеством. И знания Елены Петровны признаны именно здесь. Сегодня философы и ученые России объединились над изучением великого труда «Тайная доктрина», который посвящен всем истинным философам. Наступает то время, когда Россия выдает эти знания для всего мира. Наука начинает признавать тайную доктрину как синтез философии, религии и науки. Россия дала всему миру Елену Петровну Блavatsky. И наша задача – сделать все для признания заслуг нашей выдающейся соотечественницы и ее неоценимого вклада в развитие мировой культуры и науки, духовное развитие общества. Утверждая имя нашей великой Елены Петровны Блavatsky своими действиями и применением знаний теософии в жизни. И тогда белый лотос, преодолев невежество, расцветет при первых лучах солнца, сердца и разума каждого, кто стремится к истине. Сегодня Теософское общество России приветствует всех, кто присоединился
ко встрече «Час вместе», день Белого Лотоса под знаменем мира. Приветствуют всех члены лож Теософского общества России, ложа Гаруда, ложа Анахата, ложа София, ложа Оумтара, ложа Сатьявидана, ложа Блаватская, ложа Свет Истины, ложа Адамант. Дорогие друзья, мы начинаем нашу теософскую эстафету «Белый лотос» под знаменем мира. Первое слово Европейской школы теософии начинает приветствие. Коллеги теософы, члены ложи «Адамант» и Теософского общества в России, меня зовут Джульетта Бейтс. И в этот день Белого Лотоса я приношу приветствие от Европейской школы теософии и нашу глубокую признательность за всю работу, которую вы проделали. Мадам Блаватская была бы очень горда и вне себя от радости, увидев, как теософия так ярко процветает на ее родине. Сегодня мы собрались в память о великой русской женщине Елене Петровне Блаватской. Рожденная под знаком льва, она была настоящим львом, агрессивной, решительной, щедрой и несущей свет в мир. Она также была известна своей требовательностью, нетерпимостью к глупым людям и также имела очень вспыльчивый темперамент. Как соучредитель теософского общества, она способствовала всеобщему братству, открывая двери по всему миру, наводя мосты, проливая свет на древнюю традицию мудрости, теософию, давая людям возможность собираться вместе, чтобы обсудить философию, религию, художественную литературу, науку, искусство и развиваться как духовно, так и как человеческие существа. Как главный редактор журнала «Люцифер», который она основала и впервые опубликовала в сентябре 1887 года под девизом «Осветить скрытые вещи тьмы», ее передовицы и статьи смело шли против общепринятого порядка статус-кво, показывая, что она опережает свое время в осуждении, например, рабства, жестокого обращения с женщинами и детьми, расовых проблем и несправедливости. Вопросов, которые до сих пор вызывают большую боль и споры сегодня. Она приветствовала вопросы от кого угодно, на любую тему, и посвятила бы свое время тому, чтобы дать на них информированные ответы. Ни одна тема не была снята с повестки дня, поскольку она допускала свободу слова, даже когда мнения шли вразрез с ее собственным. Истина, мораль, этика и единство были очень важны для нее. Она неустанно боролась с предрассудками, личными нападками и постоянным плохим здоровьем. Потребовалась мощная пандемия, чтобы свалить ее. И как раз то, что и сегодня затрагивает нас всех в мире. Поэтому, в соответствии с пожеланиями Елены Петровны Блаватской, сегодня я хотела бы прочитать следующие фрагменты. «Свет Азии», восьмая книга. «Когда б с колесом изменений, о, братья, вас всех неразрывно сковать, то сердце вселенной исторгло проклятие, душе бы пришлось страдать. Но вы не скованы, сердце живое, спокойно, блаженна же душа, и воля сильнее страдания вдвое, и жизнь может быть хороша. Теперь предаюсь я веселью невольно, обрел я свободу, обрел. О, знайте, страдаете вы добровольно, как в клетке открытой орел. Никто не принудит вас к жизни и смерти, кружась в темноте с колесом. О, братья-страдальцы, вы сами же верьте, себя окружаете злом. Откройте зеницы, и я вам в награду премудрую истину дам. Превыше небес, ниже самого ада, и далее звезд дальних там. Как мир, как пространство, само достоверно, без грани начала конца. Есть сила, влекущая прямо и верно ко благу и правде сердца.
Бессмертные и вечные ее лишь законы, с премудрой заботой во всем. Она проявляет себя неуклонно, распустится розы цветком. Серебряный лотос таинственно сложит, и в недрах земной глубины незримые силы сливает и множит, сплетая одежду весны. Также отрывок из Бхагавад-гиты. Неизбежно умрет рожденный, неизбежно родится умерший. Если ж все это неотвратимо, то к чему здесь твои сожаления? Всем передаем наши братские чувства тепла и любви. Благодарим. Дорогие друзья, вас приветствует Глен Малин, Соединенные Штаты Америки. Я хотел бы выразить искреннюю, сердечную любовь и уважение, а также свои поздравления Международному теософскому сообществу и его многочисленным членам по всему миру. И для меня это большая честь участвовать в Дне Белого Лотоса Знамени Мира, посвященном замечательному вкладу Елены Петровны Блаватской в человеческую цивилизацию. Что касается меня, то у меня всегда были глубокие связи с теософским обществом, начиная с подросткового возраста. И на протяжении всего времени я продолжал все больше и больше ценить вклад Елены Петровны Блаватской в нашу мировую цивилизацию. До Елены Петровны можно сказать, что почти все мировые традиции считали себя самыми лучшими и высшими, а других несколько нижестоящими или в лучшем случае обладающими менее хорошей кармой. Но Елена Петровна Блаватская, можно сказать, сломала духовный расизм, духовный снобизм и пролила свет на универсальность мудрости. Мои глубочайшие поздравления и огромное спасибо за ваши прекрасные добрые дела. Огромное спасибо. И мы приглашаем ложу Блаватской. Кемерово. Да, спасибо. Мы очень рады приветствовать всех собравшихся сегодня на этой замечательной встрече. В Кемерово мы проводим эти встречи много лет уже. На них собираются теософы и те, кто заинтересован идеями Елены Петровны Блаватской, чтобы почтить ее память. Наша встреча уже прошла, и мы рады передать эстафету этой встречи на международный уровень. Такое представительное собрание, посвященное Елене Петровне Блаватской. Очень здорово, что вы продвигаете ее идеи на своих мероприятиях. В этом году мы следили за ними. Не всегда, может быть, принимали участие активное, но следили и отмечали вашу деятельность как продвижение идей, философии, которую дала Елена Петровна. И приветствую вас и поздравляю с вашим мероприятием. Спасибо. Елена Александровна. Доброго времени, уважаемые теософы. Очень приятно, что мировое сообщество в день 8 мая отмечает своим участием и отдает дань почтения великой Елене Петровне Блаватской. И в этом году очень знаменательная дата, поскольку 190 лет со дня явления Елены Петровны Блаватской в этот мир на физическом плане и 130 лет со дня ее ухода. Поэтому, конечно, мы присоединяемся тому чувству, что каждый теософ сегодня ощущает. Передаем наилучшие пожелания
Очень хорошо, что 8 мая, все-таки это уже 9-я неделя творения заканчивается, до 13 мая идет. И это время тоже очень мощное, поэтому очень хотелось бы, чтобы этот посыл энергии ощутили каждый, кто сегодня присутствует на таком большом форуме. Очень приятно, что это и Европейское теософское общество, и Индия, и Греция, и Англия, и так вот мы вижу, что это очень широкий круг, поэтому мы рады из Кемерово, из школы теософии, где уже на протяжении 30 лет идет работа, и сегодня здесь присутствуют две ложи «Свет истины» и ложа Елены Петровны Блаватской. Поэтому я всех приветствую и передаю слово президенту ложи Блаватской Александру Михайловичу Мачульскому. Пожалуйста, Александр Михайлович. Здравствуйте. То, что мы говорим о Елене Петровне, то, что они, вы говорите все, это все уже мы принимаем, и уже сколько времени, и мы не будем уставать говорить о ней. А я вот, хочется мне сказать о таком предании, которое мы уже говорили. Но мне оно нравится. Я его просто хочу повторить как раз. Вот смотрите. Есть такое предание. В Древней Греции как-то понадобилось отобрать статую, достойную украсить храм. Одна из фигур, поставленных на суд, показалась такой грубой, незавершенной и угловатой, что над ней только посмеялись. Отдельно отработанные статуи одна за другой поднимали на высоту, на приготовленное место, и тоже час отпускали обратно, ибо детали были неразличимы с такого расстояния, а отполированная до блеска поверхность отсвечивала, делая очертания фигуры расплывчатыми. Ну вот на место водрузили отвернутую было статую. И судьи замерли от восхищения. Так она была хороша. Ибо линии, казавшиеся внизу грубыми, на расстоянии обрели плавность, и силуэт был ясным и четким. Если Елена Петровна и казалась окружающим грубоватой, неотесанной и даже простоватой, но лишь потому, что она была отлита в форму титана. Елена Ивановна сказала: «Я преклоняюсь перед великим духом, огненным сердцем нашей соотечественницы, и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на должную высоту». Вот такое мое приветствие. Большое спасибо. Спасибо, да. Всем я вам. Хотел бы добавить одну очень важную мысль, что сейчас с Кемерово идет трансляция как раз с того места, где начал свою работу Владимир Анатольевич Баканов. Он бы был очень счастлив присутствовать сейчас в честь памяти 130 лет Елены Петровны Блаватской, потому что именно он утвердил имя Елены Петровны Блаватской на русской земле. Именно Владимир Анатольевич. Великая ему тоже память, потому что он так любил Елену Петровну, что выше этого не встречал я в жизни такого отношения и преданности к великому учителю Елены Петровны Блаватской. Спасибо. Спасибо большое, Кемерово. Спасибо. С нами была Ложа Истины, город Кемерово, и Ложа Блаватской, город Кемерово, Теософское общество России. И мы предоставляем слово Ирландии, Теософское общество Ирландия, Мария Харкнес. Добрый день всем. Самое наилучшее приветствие от своего имени и от имени всех ирландских теософов я посылаю нашим дорогим русским братьям и сестрам поздравления и сердечные добрые пожелания. И также высшие энергии по случаю 8 мая, Дня Белого Лотоса. Мы все чтим этот замечательный день память о нашем дорогом наставнике и учителе Елене Петровне Блаватской.
и также сокровища мудрости, которыми она одарила нас и весь мир. Будьте уверены, что мы будем с вами 8 мая. Берегите себя и будьте здоровы. Самые теплые братские пожелания в этот замечательный день. С любовью с Ирландии. Дорогие братья, мы вас приветствуем. Огромное спасибо. А мы приглашаем Южную Корею. Доктор, профессор Ун Хан Кван, пожалуйста. Приветствую всех. Хочу выразить свои поздравления по случаю Дня памяти Елены Петровны Блаватской. Она была соучредителем Теософского общества. И я уверен, что она была мастером древнего тайного знания. Мы изучаем ее книгу «Тайная доктрина», которая основана на рукописи тибетского буддизма. Эта книга известна как книга Дзян. Тибетский буддизм зародился в 7 веке и широко распространился по всему миру династии Юань в 13 веке. Возможно, этот факт вызвал вдохновение у Елены Петровны Блаватской. Я надеюсь снова поздравить ее с этим Днем памяти и поблагодарить наших хороших друзей, членов Международного теософского общества. Я очень благодарен за продолжение нашего изучения тайной доктрины с друзьями и еще раз всех поздравляю. До свидания. До свидания. Большое спасибо. А мы ждем приветствия из теософского общества Индии. Арни Нарендран, мы вас просим. Ложа Блаватской, Мумбай, Индия. От ложи Блаватской, Мумбай, которая была основана и учреждена Еленой Блаватской. Примите наши самые теплые мысли молитвы и воспоминания о ее основополагающем соучредителе Теософского общества, которое было основано 17 ноября 1775 года в Нью-Йорке. Наша ложа была основана и учреждена мадам Еленой Блаватской лично с подписанным уставом с ее пером 20 февраля 1880 года в Мумбаи. В этот торжественный день памяти мы вновь посвящаем себя работе по продолжению бескорыстной и самоотверженной миссии покойной мадам Блаватской. Ее нестареющие труды как никогда актуальны для прогресса человечества. Ее духовное наследие будет только расти в ближайшие годы. Как сказано в голосе безмолвия, где Лану, духовный искатель, видит свет. Там, где он перестал слышать многих, он услышит только одного. Именно с этим духом единства мы отмечаем День Белого Лотоса. И на этот раз этот праздник был инициирован ложей Адамант в Москве. Мы празднуем это как транснациональное событие памяти священной земле ее происхождения. Спасибо большое. Я приношу вам всем свои поздравления. С любовью из Индии. Намасте. Дорогой Арни, это ваш журнал «Синергия», который нам пришел по почте из далекой Индии. Вот такой теософский журнал прекрасный выпускает Арни Нарендран, ложа Блаватской, Индия. Огромное спасибо вам. А мы приглашаем Россия, у нас сейчас на связи Сергей Павлович Рощупкин, доктор физико-математических наук, профессор высшей инженерно-физической школы Санкт-Петербургского университета имени Петра Великого. Слушаем вас, Сергей Павлович. Дорогие друзья, я рад приветствовать всех
в этот день, в этот светлый день. Вот, роль Елены Петровны трудно переоценить. Мне как физику очень важно сегодня сказать, что Елена Петровна дала науке, естествознанию, схему или карту образования и формирования мира, в частности, нашей физической Вселенной, а также тех планов, которые пока не проявились. Так вот, теоретическая физика в 20 веке фактически переоткрыла и подтвердила все эти древнейшие знания. Только сейчас происходит понимание всего того, что физики переоткрыли. Именно все наши открытия физики, они ложатся естественным путем на те предсказания Елены Петровны, которые были сделаны в XIX веке. Я горд и счастлив, что родился на российской земле, живу в России и являюсь соотечественником Елены Петровны Блаватской. Благодарю вас. Сергей Павлович, огромное спасибо. А мы ждем приветствия Теософского общества Новой Зеландии. Доктор Саймон Вебер, Новая Зеландия, ложа Веллингтон. Приветствую вас, братья и сестры из ложи Веллингтон из новозеландского отделения. Меня зовут Саймон Вебер. Я не могу быть с вами в реальном времени в этот тяжелый для меня день, поэтому посылаю вам короткое видео. «Бхагавад-гита» была любимой книгой Елены Петровны, и, как вы знаете, она попросила прочитать ее в день Белого Лотоса. Елена Петровна говорила о логике Кришны. «Постоянно думай обо мне, полагайся только на меня, и ты непременно придешь ко мне». Это обоснование написано в стихе 30 главы 3, в котором говорится: «Предавая все свои действия мне с мыслями о Высшем Я и надеясь на освобождение от эгоизма и на то, что я говорю с навсегда исцеленным, вступайте в битву». И помня об этой логике, когда мы ведем повседневную жизнь служения, мы можем работать лично на благо целого, понимая, что мы делаем что-либо в этом мире, но это божественное действие, действующее через нас. Всего наилучшего в вашем теософском служении. Бог с вами. Новая Зеландия, Теософское общество, огромное вам спасибо и привет от всех нас. А мы продолжаем эстафету «Белый лотос» под знаменем мира, и мы слушаем Теософское общество Шотландии, Гэри Киджел. Общество Шотландии, сердечно приветствую всех собравшихся в память о Елене Петровне Блаватской в день ее кончины в 1891 году. Я живу в городе Данди, где находится мой местный домик. Интересно, что Данди является побратимом баварского города Вюрцбурга, где Елена Петровна начала писать «Тайную доктрину», а также где она встретила свою близкую подругу графиню Вахмейстер. Я должен принести свои извинения за то, что не смог лично присутствовать на мероприятии из-за обязательств перед группой по медитации. День Белого Лотоса позволяет не только отпраздновать жизнь и труды великой души первопроходца, но и черпать вдохновение из ее неустанных усилий от имени учителей в стремлении выполнить божественный эволюционный план. В заключение, я желаю всем очень плодотворной и вдохновляющей встречи. Большое спасибо. Мы приветствуем и передаем большой привет Теософскому обществу Шотландии. Я зачитаю приветствие Теософское общество «Россия», ложа «София», стихотворение Игоря Африкяна. Посвящается Елене Петровне Блаватской, ее великим учителям, а также всем и спящим, и пробужденным в истине. Как водится в истории Земли, где неземная и неведомая благость трубит об истине заснувшему реки, чьи берега – два мира. Млад и старость пред ними встретиться могли. Для пробужденного те берега – ни жизнь, ни смерть, они – уста божественной любви. Из толщи мрака в белоснежном плане цветок зари во имя истинного знания, кому на радость, а кому и вопреки, был явлен в отдаленном миру крае на тверде православной стороны, где девочку Еленой нарекли, так в женском облике, невинном,
пророс божественный росток. И из заснеженной России в мир многоликий, что пророк взошел стянувший все земные к вершинам духа. Там, где Бог един, для всех к нему дорог. Уже сколько лет назад для смертных глаз, что не был. Но для эпох сердец всего лишь миг, где ум кончается, и времени начало бьет родник. Ты за пределами такими, если не был. Поверишь ли тем, кто давно уж там стоит? Прими, эгоистичная Европа и мифами объятый мир, та тьма, в которой вечно белый лотос пророс и стольких просветил. Прими великий дар из рук почти бессмертных всем нам, кто в колесе перерождений сник. Средь пыльных книг не лучшего наследства, всегда живое, сердце все-таки стучит. Оно великое, магическое средство и камень философских всех светил. Не забывай и пей минутно ежедневно лекарственную негу. Истин эликсир. Огромное спасибо за прекрасное стихотворение Игорю Борисовичу Африкяну «Ложа София». А мы приветствуем Теософское общество Англии, Ложа Блаватской, президент Ложи Блаватской Петра Майер. Дорогие друзья, приветствую всех в этот особенный день и надеюсь, что мои два небольших вклада коснутся ваших сердец так же, как они коснулись моего. Мы будем вечно благодарны замечательной женщине, которой была Елена Петровна для всех нас. И я со смирением ощущаю, что имею честь быть частью ложи Блаватской в Лондоне, которая была основана самой Еленой Петровной после публикации «Тайной доктрины», отвечая на все те глубокие вопросы, которые возникали у ее учеников, когда они пытались понять станции книги «Дзян». В «Тайной доктрине» она указывает, что каждая старая религия – это всего лишь одна или две главы из всего тома архаических первобытных мистерий. Только восточный оккультизм может похвастаться тем, что он владеет полной тайной с ее семью ключами. Будут проведены сравнения, и как можно больше будет объяснено в «Тайной доктрине». Остальное предоставлено личной интуиции ученика. Ибо, говоря, что восточный оккультизм обладает тайной, автор не претендует на полное или даже приблизительное знание, что было бы абсурдно. То, что я знаю, я выдаю. То, что я не могу объяснить, ученик должен выяснить сам. И вот, что она должна была рассказать нам о своем собственном подходе к божественной мудрости. В статье, что знание приходит в видениях, сначала во сне, затем в картинах. Предоставленных внутреннему глазу во время медитации. Так меня обучили всей системе эволюции, законам бытия и всему остальному, что я знаю, тайнам жизни и смерти, действию кармы. Ни слова не было сказано мне обо всем этом обычным способом, за исключением, возможно, в качестве подтверждения того, что мне таким образом было дано. Ничто не давало мне знания в письменном виде. А знание, полученное в видениях, было настолько ясным, настолько убедительным, настолько неизгладимым во впечатлениях, которые они производили на ум, что все другие источники информации, все другие методы обучения, с которыми мы знакомы, уменьшаются в значении в сравнении с этим. Одна из причин, по которой я не решаюсь сразу ответить на некоторые заданные мне вопросы, заключается в трудности выражения достаточно точным языком вещей, данных мне в картинках и понятных мной чистым разумом, как сказал бы Кант. Это синтетический метод обучения. Сначала даются самые общие принципы очертания, затем дается понимание метода работы, затем вводятся в поле зрения общие принципы и понятия, и, наконец, начинается раскрытие мельчайших моментов. Это очень значительно. Я также включила ссылку на сюиту Блаватской,
отличная музыка, очень красивая, которая может стать особым удовольствием в свободное время для завершения торжеств. С большой любовью ко всем, Петра. Большое спасибо. Привет всему Теософскому обществу Англии. Теософское общество Филиппины, президент Теософского общества Филиппины Чало Ромеро. От имени членов Теософского общества на Филиппинах мы присоединяемся к нашим братьям и сестрам по всему миру, особенно к тем, кто находится в ложе Адаманта в России, который сегодня организует это мероприятие и проводит его. И мы хотели бы сказать и выразить наше почтение мадам Блаватской, которая является нашим учителем и основателем Теософского общества. Она стала для нас очень важным человеком, учителем, который приоткрыл часть завесы неприходящей мудрости. И теперь это наша ответственность индивидуальная и коллективная, состоящая в том, чтобы шагнуть вперед через порог этого открытия к знанию древней мудрости. Желаем всем провести прекрасный день в здоровье, мире и любви. Спасибо большое, Теософское общество Филиппины. Мы приглашаем Россию подключиться, Санкт-Петербург, Михаил Николаевич Черяев, член Академии наук экологии и безопасности человека и природы, советник Российской академии естественных наук, член Совета попечителей Международного мемориального треста Рериха в Кулу, Индия. Михаил Николаевич, слушаем вас. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником. 130 лет с того дня, как ушла из этого мира Упасика. Но в наше время происходит новая волна очищения. Очищение сознания от самости. Происходит новая волна противостояния низшего «я» высшему «я» и утверждение основных принципов, которые дала Теософия. Благодаря Елене Петровне началось объединение между Западом и Востоком. Она была первой, кто стала прокладывать мост знаний, мост духа между Америкой и между Индией, создавая треугольник Россия, Индия и Америка. За ней пришли рерихи. Учение рерихов является тем же самым учением, продолжением того же самого учения Махатм, которое дала Елена Петровна Блаватская. И Елена Ивановна Рерих восторженно отзывалась о Елене Петровне. Она говорила, что она была большой патриоткой и страдала, что ей придется жить и умереть на чужбине. Подвиг ее был велик, одинокая, всеми преследуемая, всеми во всем подозреваемая, без средств, без знания языка прибыла она в Америку, чтобы явить миру прекрасное сокровенное учение, дать впервые религиозно-философский синтез всех веков и народов, создать международный братский союз, дать величайшее счастье знания о существовании великих хранителей и водителей нашего человечества и пути к ним. Кто не преклонится перед нею, писала Елена Ивановна Рерих, принявший на себя такой подвиг среди бездны невежественных отрицаний, подозрений и гонений. Истинно она была мученицей за уявленное ею новое спасение человечества в эпоху удушающего и разлагающего материализма. Но это мученичество сплело ей новый прекрасный венец. Пошлем ей наше восхищение, нашу признательность и нашу любовь. И наша любовь тоже вместе с Еленой Петровной Блаватской в эти дни, потому что сейчас происходит определенная дегуманизация из-за искусственного интеллекта, из-за цифровой реальности, которая навязывается человечеству. А сущность Теософии, как писала Елена Петровна, это совершенная гармонизация божественного и гуманного в человеке. Это согласование его богоподобных качеств и стремлений. И они господствуют над его земными или животными страстями. Нежность, отсутствие злобы и эгоизма, милосердие, доброжелательность к любым существам и совершенная справедливость к другим, как к себе самому. Вот его главные особенности. Дорогие друзья, вот завет Елены Петровны, ее бескорыстной, самоотверженной жизни, ее подвиг в том, чтобы мы продолжили в жизни, реально продолжили соединение духа с материей. Мы продолжили преображение материального грубой составляющей
через символизм, через синтез высших знаний, через преданность иерархии продолжили это. И как Елена Ивановна писала, да внимает душа твоя каждому крику страдания, подобно тому, как священный лотос обнажает сердце свое, чтобы упиться лучами утреннего солнца. Я верю, что это солнце взойдет, и все друзья, все теософы, все рериховцы, подлинно преданные вместе с иерархией сил света, преобразят этот мир, поведут этот мир к высшим мирам, под знаменем мира. Спасибо. Михаил Николаевич, огромное спасибо. Привет Санкт-Петербургу. И большое вам спасибо. Спасибо за ту всю работу, которую вы проводите в России и в Индии. Спасибо. А мы приглашаем Португальский исследовательский теософский центр. Пожалуйста, руководитель этого центра Хосе Рубио Санчес и групповое приветствие всему теософскому миру. Португалия. Приветствую всех братьев, которые просматривают это видео. Меня зовут Хосе Рубио Санчес, и я выступаю от имени группы теософских исследований Валенсии. Мы изучали Блаватскую и других мастеров в течение многих лет, читали их книги, освещали нашу жизнь их учениями и пытались применить их на практике. Мы благодарны за эту возможность отдать дань уважения Елене Петровне Блаватской в годовщину Белого Лотоса, ее ухода, всем нашим сердцем, всем нашим умом, всей нашей душой, тому великому существу, которое осветило нашу жизнь, которое приложило огромные усилия в XIX веке, чтобы открыть двери мистерий, принести их на восток и на запад и позволить человеку на этой эволюционной стадии, на которой мы находимся, иметь ту часть учения, божественную мудрость, которая служила нам и будет продолжать служить нам в будущем. Я горжусь, я благодарен вам за то, что вы позволили нам принять участие в этой коллективной дате, дане. И я думаю, что это хороший пример того, что она сказала перед смертью. Эту фразу, это предложение можно было бы также поместить в Дельфийском храме. Давай сохраним союз. Спасибо и благословение всем людям. Меня зовут Мигель Анхель Мартинес. Празднование этой даты – это не что иное, как признание и благодарность мужчин и женщин, объединенных и собравшихся вместе по всему миру, вдохновленной чудесным наследием и священной работой, которую выполняла мадам Блаватская до того дня, когда она перевоплотилась в ней. И как сказал Марио Россо де Луна, один из самых ценных результатов миссии у пасеки – это семейное имя, под которым Елену Петровну называли учителя. Этот результат должен был побудить людей учиться для себя и уничтожить в них все слепое раболепие, кем бы они ни были и куда бы они ни шли. Обнимаю всех вас. Сохраняйте союз. Это были последние слова Елены Блаватской. И именно этим мы сейчас и занимаемся, сохранением союза вместе, чтобы отпраздновать и увековечить жизнь этой великой души. Она отдала свою жизнь за служение человечеству и за то, чтобы помочь нам освободиться от рабства и невежества. Спасибо всем вам. Узри пред собой истину, добродетельную жизнь, непредубежденный и пытливый ум, чистое сердце, ясное духовное восприятие, братская любовь к своему соученику, готовность давать и получать советы и наставления, верность чувству долга по отношению к учителю, добровольное повиновение велениям истины. Как только мы доверяем учителю и верим, что он обладает ею, мужественная выдержка личной несправедливости, смелая декларация принципов, доблестная защита тех, на кого несправедливо нападают, и постоянный взгляд на идеал человеческого прогресса и совершенства, который изображает тайная наука. Это золотые ступени, по которым ученик может подняться в храм божественной мудрости. Спасибо и благословение всем вам. Огромное спасибо. Наши братья из Португалии и Испании.
нам пришло поздравление из Теософского общества Англии от Коллинс Бойса. Это центр Южного Эссекса. Нашим братьям и сестрам Теософское общество России и Ложа Адамант. Члены нашего отделения находятся с вами в духе, чтобы поздравить вас с празднованием Дня Белого Лотоса. 8 мая 2021 года в честь члена-основателя Теософского общества Елены Петровны Блаватской. Мы впечатлены всеми усилиями, которые вы предприняли, чтобы вспомнить нашу самоотверженную челу и преданность, которую она дала тому, чтобы сделать широко известными во всем мире основные принципы вечной мудрости. Пусть ее труды приобретут большую ценность на нашей планете и со временем приоткроют завесу над некоторыми из величайших тайн истории. Мы приветствуем ваше упорство в выполнении этой духовной работы и желаем вам всего наилучшего в любых будущих начинаниях. Наилучшее пожелание, мистер Коллинс Бойс, секретарь Центра Южного Эссекса, Теософское общество Англии. Огромное спасибо. А мы слушаем Теософское общество Франции, Брижит Такен. Ждем вас. Добрый день всем. Как член французского теософского общества и объединенных лож теософии в Париже и Лос-Анджелесе, я рада возможности сегодня, благодаря московской ложе Адамант, обратиться ко всем теософам онлайн сегодня с искренними и сердечными приветствиями со стороны моих друзей-теософов и учеников Елены Петровны, а также ко всем ученикам ее великих трудов во всем огромном мире. В этот особый день мы все глубоко и благодарно думаем об этой исключительной женщине, которая посвятила свою жизнь освобождению человечества от невежества и страданий. Давайте продолжим вместе распространять учение, которое она нам доверила. Елена Петровна сказала: «Пусть связь не прерывается». Давайте продолжим эту ее задачу, изучая, распространяя и обучая вечным истинам снова и снова. Давайте продолжим ее работу. Как она сама сказала подруге, только это может быть достигнуто с помощью небольшой, но серьезной группы работников, которые работают без какой-либо человеческой награды, без земного признания, но которые, поддерживаемые верой в то вселенское братство, частью которого являются учителя, работают неуклонно, верно, понимая и выдвигая на рассмотрение доктрины жизни и долга, которые дошли до нас с незапамятных времен. Спасибо. Приветствуем Теософское общество Франции от всех нас. Наша эстафета вот ровно час, она идет. И у нас еще есть много приветствий, которые подключились люди к нам и прислали свои видео и находятся сейчас на связи. И поэтому, конечно, мы продолжаем. Этот час, этот круг, цикл, он может продолжаться вечно, как и память наша в День Белого Лотоса. И мы ждем приветствия Теософского общества Индии, Кишори Анголи. Намасте всем. Меня зовут Кишор Анголи. Сейчас я нахожусь в Хайдарабаде, в Индии. Я банкир. Я член Теософского общества Шри Кришны, Гунтур, Индия. Сегодня, в День Белого Лотоса, я передаю свои приветствия, пожелания и любовь всем теософам по всему миру. Лотос олицетворяет жизнь человека, а также жизнь космоса. Тайная доктрина, написанная мадам Блаватской, объясняет, что элементы обоих являются одинаковыми и что оба развиваются в одном направлении. Давайте вместе осуществим ее мечту, превратив эту планету в райское место для жизни. Большое спасибо команде ложи Адамант, Российскому теософскому обществу и всем
его членам. Большое спасибо. Мы ждем поздравления с Новой Зеландии. Дорогие Саски Камперт и Мартус Гриффинд, ждем ваши слова приветствия. Это Теософское общество, ложа Зеландия. Хотела бы поблагодарить ложу Адамант за приглашение. Мы очень рады быть здесь. И мы желаем всем участникам, всем изучающим теософию прекрасного дня, духовного дня. Мы на самом деле не в Новой Зеландии, мы из Древней Зеландии, мы находимся в Голландии. Это немножко другое. Мне хотелось бы отметить, насколько важно изучать учение Елены Петровны Блаватской, исследовать этому пути. В «Жемчужинах Востока» 8 мая она сказала, что мысли дня быть чистым или нет, это личный выбор, и никто не может очистить других. Только человек может выбрать, приносит ли он чистоту, любовь и свет в мир. Индивидуальный выбор. И мы, благодаря учению Елены Петровны, будем стараться именно так и поступать. Благодарю вас. Спасибо. Дорогие наши друзья, поздравляем вас. Спасибо, что вы подключились, и огромное спасибо за ваши слова. У нас на связи Россия, Санкт-Петербург, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Алексеевич Французов. Слушаем вас, дорогой Сергей Алексеевич. Братья и сестры, для меня большая честь в этот день, который является и днем упокоения Елены Петровны Блаватской, и преддверием Дня Победы, обратиться к вам, в общем, в вашем лице, можно сказать, ко всему миру. И я хотел бы подчеркнуть, что феномен Елены Петровны Блаватской был бы невозможен без того действительно чудесного преобразования, которое претерпела русская культура за последние 3 столетия. Она сумела сохранить свою самобытность и вобрать в себя все лучшее из европейской культуры. Потому что, конечно, Елена Петровна не стала бы тем, кем она стала, без того семейного воспитания, которое она получила. Без прекрасного знания европейских языков, немецкого, французского, уже потом английского, конечно. И без той уникальной библиотеки, которая была у ее родственников, в том числе по оккультизму, где она познакомилась с тем, и что такое каббала, и что такое масонство. И без этого, конечно, без этих знаний, полученных ей еще в отрочестве, в юности потом, невозможно было бы создание тайной доктрины. А это все часть уникальной русской культуры XIX века, одним из ярчайших проявлений которой стало учение Елены Петровны Блаватской. Давайте почтим ее память и вспомним о том, как много она нам дала и как многим мы ей обязаны. Спасибо. Сергей Алексеевич, большое спасибо. И вы передаете свою эстафету Белого Лотоса Теософскому обществу Пакистан, президенту Бхагван Бхарвани. Слушаем. Теософское общество Пакистан. Дорогие братья и сестры, мы посылаем вам сердечные поздравления по случаю Дня Белого Лотоса. Хотя пусть во всем мире будет любовь, мир и гармония. Пусть будет здоровье и счастье. Давайте воздадим должное нашему учителю, мадам Елене Петровне Блаватской. Теософское общество Пакистан, приветствуем вас. И мы слушаем Теософское общество Финляндии, Ритва Лапи, ложа Блаватской. Добрый день, Белого Лотоса. Полковник Олкот попросил провести этот день в соответствии с пожеланиями Елены Петровны. Ее друзья собирались вместе
и читали отрывки и песни из следующих книг: «Свет Азии» и «Бхагавад-гита». Олька дал это указание 17 апреля 1892 года. Какие там самые важные учения? Есть история жизни Гаутамы Будды в свете Азии, а также шесть совершенств заключены в голосе безмолвия. И эти шесть парамид являются одними из самых важных учений Будды. Ом Мани Падме Хум содержит в себе ядро учения. Учение Будды. В белом лотосе есть шесть лепестков. И это наша практика. Первое – это щедрость дана, действие, открывающее любую ситуацию, этика, шила, терпение, кшанти, усердие, вирья, медитация, дхьяна, мудрость, праджня. И это как раз шесть лепестков. Я так думаю. И сегодня у нас на самом деле день белого лотоса. Будем придерживаться великой практики. Спасибо всем, кто сегодня вместе с нами в день белого лотоса. Дорогая Ритва, огромное спасибо. А мы слушаем Индию еще раз. Это объединенная ложа теософов Индии из Бангладора. Господин Рам Пракаш, слушаем вас. Приветствую вас из Индии. Приветствую всех изучающих теософию. Всех, кто собрался сегодня в Теософском обществе в Москве в этот день, 8 мая, для того, чтобы почтить память нашего любимого учителя, мадам Блаватской. Это событие в день Белого Лотоса. Это прекрасный случай, когда мы можем выразить свою благодарность нашему уважаемому учителю и возобновить наше общение и наше обещание служить великому делу теософии, мыслям, которые были выражены в учении госпожи Блаватской. Хотелось бы напомнить о том, что она говорила на конвенции Теософского общества Америки в мае 1881 года. Она говорила о том, что это дело каждого из нас — следовать пути правды и света, что практическая реализация теософских идей может спасти мир от катастроф и от грядущих несчастий. Таким образом, на каждом из нас лежит определенная обязанность. Каждый из нас может сделать мир лучше посредством нашего собственного развития, очищения наших мыслей. Если все мы будем стремиться воплощать принципы теософии света в нашей жизни, следовать идеям теософии, и делиться этими знаниями, собираясь вместе, как мы это делаем сегодня,
мы, благодаря синергии этих усилий, благодаря объединению наших сил и нашего сознания, благодаря общим целям, мы сможем достичь развития, скачка в сознании для всего человечества. Ведь Теософия дала нам столько знаний, приоткрыла завесы над древними знаниями. И мы должны продолжать нашу работу. Мы должны прикладывать наши энергии и делиться знаниями, идти к свету вместе. Я вновь хотела бы поблагодарить всех участников, всех тех, кто организовал эту встречу, сделал ее возможным, всех, кто здесь с нами сегодня, передаю всем искренние сердечные поздравления. Спасибо вам за внимание. Большое спасибо, дорогой Рам Пракаш, и привет объединенной Теософской ложи в Бангладоре. Огромное спасибо. Нам прислал поздравления из Соединенных Штатов Америки Вильям Билл Куин. В лужу Адаман, как он пишет, Теософское общество России и ознаменование 8 мая, Дня Белого Лотоса. Дорогие друзья, доктор Джон Альджео, бывший вице-президент Теософского общества, заслуженный профессор, в своей статье, которая посвящена 125-й годовщине издания «Тайной доктрины», писал: «Тайная доктрина – первое слово современной Теософии, но оно не последнее, и оно не намеревалось быть таким. Истина в признании того, что нет доктрины выше истины, это и есть Теософия, и это и есть тайная доктрина. Давайте всегда помнить о том, каким монументальным драгоценным даром это было для всех нас, даром, дарованным всему человечеству, жертвоприношениями модели пути Бодхисаттвы Елены Петровны Блаватской. Это полностью выражает мои взгляды и почитание Елены Петровны Блаватской и значение Дня Белого Лотоса. Мы все должны всегда помнить о ее великолепном вкладе. Всех благодарю за возможность быть с вами в этот день». Огромное спасибо, привет Соединенным Штатам Америки, Вильям Билл Куин, он член общества Теософского 69-го года. А мы продолжаем наш Теософскую эстафету «Белый лотос», Теософское общество Греции. У нас на связи доктор Александр Бусуленгас, генеральный секретарь Теософского общества Греции. Господин Александрос, слушаем вас. Спасибо большое. Меня зовут Александр Бусуленгас, генеральный секретарь Теософского общества в Греции. Я очень счастлив быть здесь с вами, чтобы присоединиться к вам в этот День Белого Лотоса. От имени всех членов Теософского общества в Греции я посылаю членам Теософской ложи Адамант и всем братьям-теософам в России братские приветствия и наилучшие пожелания самой успешной международной теософской эстафеты. Память о нашей любимой основательнице Елене Петровне Блаватской. Мы также передаем нашим русским сестрам и братьям наилучшие пожелания крепкого здоровья, теплой дружбы и духовного роста. И мы будем рады поприветствовать здесь у нас также всех наших русских друзей, порадоваться солнцу. Мы посылаем наилучшие пожелания нашим русским сестрам и братьям,
отличного здоровья и, самое главное, духовного роста. Спасибо большое. Огромное спасибо, Теософское общество Греции. С вами в духе, наше сердце с вами. А мы продолжаем нашу эстафету. Теософское общество Соединенных Штатов Америки. Президент Теософского общества в Америке, доктор философии Барбара Хеберт. I'm Barbara Hebert, president. Здравствуйте, я Барбара Хеберт, президент Теософского общества в Америке. Я приношу сердечные, добрые пожелания и теплые приветствия от всех членов Теософского общества в Америке. Я желаю всем нашим братьям и сестрам в России всего самого наилучшего. Огромное спасибо. Мы ждем Теософское общество Филиппины Рек Ханахар. Президент Теософской секции Филиппин, ложа «Золотое звено». Я рада быть с вами. Каждый день 8 мая отмечается как День Белого Лотоса членами Теософского общества во всем мире. В 1891 году наша дорогая Елена Петровна Блаватская, соучредительница Теософского общества, перешла из этой жизни в следующую. 8 мая напоминает мне о великих жертвах, принесенных Еленой Петровной для человечества, и о том, что она работает для реализации Теософского общества. В результате мы находим наших братьев и сестер по Теософии по всему миру. Этот день также напоминает мне о необходимости продолжать служить нашим братьям и сестрам, делая практику всеобщего братства частью моей повседневной жизни. Я благодарю ложу Адамант за то, что она позволила мне послать это послание благодарности всем вам. Я также благодарен за то, что познакомилась со всеми вами. Поздравляю с очень успешным празднованием Дня Белого Лотоса 8 мая 2021 года. Спасибо. Огромное спасибо. Привет всему Теософскому обществу Филиппин. Спасибо, что вы вышли с нами на связь, дорогая Рекха. А мы включаем Марину Александрову, Соединенные Штаты Америки, Университет Техаса. Добрый день. Приветствую всех участников эстафеты «Белый лотос» из города Остин, штат Техас. Меня зовут Марина Александрова. Я преподаю русскую культуру и литературу в Университете Техаса в Остине. В эпоху зума интернета так удобно быть вместе в этот важный день, хотя нас разделяют тысячи километров. Мои пожелания добра, мужества и бодрости духа всем ищущим истину и несущим ее людям. Спасибо. Огромное спасибо. Виртуальный центр теософских исследований ADYAR. Директор Люк Майкл Айронсайд прислал поздравления для всех вас и, конечно, для Теософского общества России. Виртуальный центр теософских исследований приветствует в этот день Белого Лотоса всех теософов, присоединившихся к нам со всего мира. Мы собрались сегодня, чтобы почтить память нашей основательницы, мадам Елены Петровны Блаватской, и поразмышлять об необыкновенной жизни, которую она вела. Ее жизнь была примером, дающим нам ключ к трансцендентальности нашего низшего «я» и достижению высших состояний знания. Как Джей Ди Бак, сотрудник Елены Петровны Блаватской, заметил, если справедливо судить о дереве по его плодам, о характере по его служению человечеству, о личности по ее забывчивости о себе, то вскоре Елена Петровна Блаватская будет признана в своем истинном характере и помещена в число истинных благодетелей человечества. Как наследники ее наследия, продолжение великой работы Теософии падает на нас. Давайте, чтобы каждый из нас стремился быть белым лотосом в великом саду человечества, вечно стремящимся к свету высшей жизни. Огромное спасибо, Люк Майкл Айронсайд, Виртуальный центр теософских исследований ADYAR. А мы передаем эстафету Мишелине Фостер, Теософское общество Соединенных Штатов Америки. Дорогие братья и сестры, сегодня мы празднуем радость и жертву Елены Петровны Блаватской. Ее решимость в любви, пришедшая из другой эпохи, вызвала эхо в жизни каждого из присутствующих здесь.
а также во многих последующих поколениях. Она характеризовалась многими оттенками человеческого понимания и непонимания. Сильная душа – да. Также добровольный работник на европейской земле – да. Но мы не всегда учитываем причину многих особенностей личности, которые она представляла через свое нервное возбуждение, иногда бессвязные высказывания. Уголок этой завесы тайны был приподнят в письме XX, в котором говорилось, что многое из этого было тесно связано с ее оккультным обучением в Тибете, и из-за того, что она была отправлена в мир одна, чтобы постепенно подготовить путь для других. Она передала нам так много информации, но ценой, которую она охотно заплатила за это. Далее говорится о своей жертве, что именно в факте семи принципов в целостном человеческом существе. Сейчас ни один мужчина и ни одна женщина, если только они не являются посвященными пятого круга, не смогут покидать пределов Бодхлхас, Тибет, и возвратиться назад в мир в своем интегральном целом, если мы можем использовать такое выражение. Один, по крайней мере, из его семи спутников должен остаться по двум причинам. Во-первых, чтобы сформировать необходимое связующее звено, провод передачи, а во-вторых, как самая безопасная гарантия того, что некоторые вещи никогда не будут разглашены. И она не была исключением из этого правила. Письмо 26 А.П. Синету. Эту жертву она принесла добровольно и из любви к человечеству и иерархии, чтобы мир мог снова увидеть свет, который сияет в каждом существе, и вновь зажечь лучезарное пламя на алтаре братства и истины. Мы собрались здесь сегодня как искры от этого великого алтаря, разделяя нашу любовь к человечеству, нашу неотъемлемую веру в братство и во взаимосвязь всей жизни. Елена Петровна подарила каждому из нас возможность расширить наше сознание и расти через нашу человечность к будущему ясности, вдохновения и бессмертия. Для этого давайте объединимся в красоте, служении и доброй воле друг другу и к нашему миру. Многих собравшихся здесь сегодня я приветствую и также приветствую прекрасную работу, которую вы делаете для продвижения этого великого движения братства и истины. Мы учимся и учим друг друга. И снова мы учимся. Спасибо всем вам за ваши прекрасные достижения. Спасибо большое, Мишелина. Большой привет. На сегодняшний день в жемчужине Востока, данной Еленой Петровной Блаватской, следующая мысль. Быть чистым или нет, выбирать тебе самому. Никто не может очистить других. Эта мысль в сегодняшнем дне под неданой огненного дракона. А огненный дракон – символ Майтреи. Приветствую всех вас под этой энергией. Всех благ. Дорогие участники Теософской эстафеты «Белый лотос», сегодня для вас звучит песня, русская песня, любимая песня Елены Петровны Блаватской. Она была редко в России, но ее душа принадлежала России. Пожалуйста, послушаем эту песню как душу Елены Петровны Блаватской для всех нас. Ночка сонная,
Дорогие, вот подошла к концу наша эстафета «Белый лотос». Мы благодарим всех, кто был с нами в единстве сегодня, в этот день, вместе с Еленой Петровной Блаватской. Сегодня мы хотели бы сказать о том, что пусть будет эта традиция каждый раз вместе со всеми теософскими обществами мира, теософами, людей, которые признали теософские знания главными, быть вместе в этот день, в этот час быть вместе. До следующих встреч в 2022 году, 8 мая, на дне Белого Лотоса. Огромное всем спасибо. Будем следовать высшей правде, которая всегда была дана через Елену Петровну Блаватскую. До новых встреч! Сегодня с нами переводили Ольга Тамчук и Сергей Насеткин. Огромное спасибо, что вы осуществляли эту связь. Всего доброго. На связи вместе с вами всегда.